Аньосайо, Марусумидай, у нас игруля Джуджутсу Кайсен Cursed Clash. Сегодня у нас вышло первое DLC, придачу бесплатное обновление с двумя новыми персонажами, которые вышли бесплатно, и три платных персонажа, которые вместе шли с сюжетным дополнением. И сейчас мы пойдем проходить сюжетное дополнение. Наверное, это будет неинтересно, потому что в этой игре нет катсцены, одни слайд-шоу. На фоне у меня гроза, поэтому если будет громко, то знаете почему. Что ж, ребята, поддержите лайками, а мы начинаем. Special Great Mission Records. Окей. Hidden Inventory Premature Death. Может быть, я буду переводить, а может и не буду переводить. Hidden Inventory. В принципе, выглядит вообще очень быстро, но нам дают поиграть за всех новых персонажей. Поэтому начинаем. Я все равно, в свою очередь, буду смотреть все заставки, хоть это даже слайд-шоу. Я не смотрел аниме. 俺たち最強だし。 О. Я думаю, все будет нормально, мы все же сильнейшие. Господи. А что за рисовка? Я здесь, чтобы спасти тебя. Сатору, ёймоно изиме ва ёку най ё. Джакуся сэзон. Если не ошибаюсь, он осуждает Сатору за то, что он спасает слабейшего. Что-то в этом роде. А так от сцены получше сделали, чем было в оригинальном. Им дали миссию, в которой нужно сопровождать девчонку. И ни за что нельзя провалить задание. Не понял, я думал, она ходит вниз головой. Даже озвучки нету. О. Они когда-то встречали? Я рассчитываю на тебя. Кто такой Мэгуми? Это какие-то вот краткие события рассказывают по-быстрому. Но слайд-шоу намного лучше выполнено, чем в первом оригинальном сюжете. Сатору, ты постарался, вы постарались. Ух ты. Извини, но мы раньше виделись. Да, но не парься. Это была катсцена просто, окей. Столько всякой хрени разблокировалось. Sorcerer Killer has been unlocked. Сейчас мы будем играть за нового персонажа, кстати, за него я еще не играл. Что у нас по событиям? Выполнить задание, понятно. Использовать техники проклятые, и главный противник Сатору Годжо. Это будет первый раз, как я играю за этого персонажа. До этого я уже пробовал играть за Сатору и за какого там Гетто. А, ну понятно, все, теперь в своем стиле. Теперь катсцены похожи на то, что были в оригинальном сюжете. Все нормально. Так. Мы решили разобраться лично. Пока Сугуру Гетто защищает. Сатору, будь осторожен. Если бы,
天内の懸賞金はもう取り下げられたぞ、マヌケ。 Я удивлен, что нам дают поиграть за злодея и за добряков. Посмотрите, он что-то разозлился. Ну, окей. Как за тебя играть? Это не так. Ага. Сатурн ничего не понятно. Вот это что он летает. Да, там твой противник. Еще один прием осталось сделать. Не попал. Сейчас попробую сделать Awakening Move. Опять он крутит свою эту сферу. Ему опасно подходить. Попал! Все кончено. Я убью тебя. Все. Все задания выполнены. Жалко в катсцене делать спецприем. Слайд-шоу. Если бы нормальная катсцена была, было бы намного круче. Ты использовал их, чтобы спрятаться? Он хочет использовать снова технику. Окей, первое пройдено задание. Сейчас у нас открывается The Crushed Wish. И мы играем за Сугуру Гетто. Да, погнали. Враг вот этот, за которым мы сейчас играли, я не помню, как его зовут, и не обратил внимания. В принципе, условия понятные. Мы на территории Тенгена. Короче, мы пришли к Тенгену, чтобы он защитил ее, как я понимаю.君と会う前に、悟るとの話し合いは済んでる。聖書隊のガキがどうかを拒んだ時、その時はどうかなし。いいのかい？天元様と戦うことになるかもしれないよ。ビビってんな。 Что, ты напуган? Все будет нормально. Мы сильнейшие студенты в школе. Неважно, как далеко ты от нас.
момента, когда я родилась, я знала, что я особенная. Мне говорили, что я другая. Но быть особой для меня нормально. Но пытался избегать всяких трудностей. Япари. Не хочу уходить. Я не готова. Я хочу путешествовать и веселиться. Рика, пошли домой. Рика. Опять Рика. Уюта была ж Рика вроде подружка. Интересно. Рико-чан. О. Ну все, работа выполнена. Теперь вы можете быть свободны. Как он добрался сюда? О чем ты? Что значит как? А, вот о чем ты. Сатору пытался остановить меня, но я убил его. Вот значит как. Сдохни. Погнали. Сасугуру Гетто я сыграл пару раз. Интересная локация какая-то. Вообще, прикольная. В принципе, я уже почти все условия выполнил. Так, если я попробую сделать прием, не получится. Отлично. Дай ты мне спуститься, подняться. Слишком слабо. Пока я не знаю, что делает. Это проклятие. Надо побыстрее гасить его, чтобы сильно ранг не испортился. Чего ж ты так стреляешь отстойно? Да это жука своего вызову огромного, а? Тебе жалко? Отстой! Эй, все кончено. Для тебя. Его дух имеет особые способности. Сильнее. И, короче, он может это сделать. Жесть. И Гетто получил люлей. Я сильно тебя не резал. Я бы убил бы тебя, если бы ты был пользователем Шикигами. Но я не хочу проблем. Вы были вдвоем убитой обезьяной, как я? Что? Точно, я почти забыл. Я даю ему имя, или дал ему имя Мегуми. Даю, либо дал. Не знаю. Грустно. Ой-ой-ой. Awakening, пробуждение.
пробуждение. Использовать атаку и использовать пробужденное добивание. Вот сейчас будет красота. У Годжи охренительные способности. Да, я уже за него поиграл. Это реально красиво. Он делает спецприемы. Опять вот этот бред. Бред, вот этот бред. Кто печатает на печатной машинке? Как в Резиденте. Давно не виделись. Это серьезно. О, Гром, класс. Я настоящий всех настоящих. Короче. Охренеть. Я никогда это не делал до этого момента. Ой, он с ума сходит. Я проиграю, наш бой только начинается. Уверен? Должно быть, ты прав. Ты очень прав. Ты очень прав. Ну ясно. Сейчас будем драться, ребята. Мы в пробуждении. Красота. Он кайфанул, вы видите просто? Хочешь покататься на сфере? Не получилось тебя покатать. Так, не перестараться, надо еще попробовать его добить пробужденным приемом. Чё ж ты никак не отбиваешь эти атаки? На тебе. Пора. Да. Годжо. Мы с тобой заруинили. Вот так. Надеюсь, мы его добьем. Все условия выполнены. ただ働きなんてごめんだね。いつもの俺ならそう言ってとんずらこいた。だが、 目の前には覚醒した無下限呪術の使い手、おそらく現代最強となった術師、否定したくなった。ねじ伏せてみたくなった。俺を否定した全員家呪術界、その頂点を自分を肯定するために、いつもの自分を曲げちまった。その時点で負けていた。 Что-то я засмотрелся. Ни-сан-нен-мо-штара. 俺のガキが全員家に売られる。 好きにしろ。
Я так понимаю, он принес тело девчонки. Я думал, ты придешь быстрее. Сатору, это ты? Что произошло? Сёко не увидела меня. Что? Кто-то ее там, и кто-то подлечил его. いや、私に問題がなくても仕方ないな。俺が救った。お前は悪くない。戻ろう。すぐれ。こいつら殺すか？ 今の俺なら多分何も感じない。 Ничего. いい. 意味がない. Не, бессмысленно. Он хочет убить кого-то. それ本当に必要か? Неужели нужна причина, чтобы сделать это? ことだ特に術師には。 Угу. Ну, наградами здесь кормят нормально. Только вот. Premature Death. Только вот очень быстрое дополнение. Очень быстрое. Персонажи, наверное, делали дольше, естественно. Но хоть с персонажами проработали.昨年頻発した災害の影響もあったのだろう。牛のように樹齢が湧いた。払う。取り込む。その繰り返し。みんなは知らない。樹齢の味。吐砂物を処理した雑巾を丸飲みしているような。誰のために。あの日から自分に言い聞かせている。私が見たものは何も珍しくない。 Похоже, тут рассказывают, как он устроил мозговой шторм и подумал, кем надо быть. ゲトー君、それはありだ。え、いや。非術師を間引き続け、生存戦略として術師に適応してもらう。要は進化を促すの。鳥たちが翼を得たように、非術師を見下す君、それを否定する君、どちらを本音にするのかは君がこれから選択するんだよ。くそ。 術師というマラソンゲーム。その果てにあるのが仲間の屍の山だとしたら、これは何ですか？何とは？この二人が一連の事件の原因でしょう。皆さん、которых я видел в Джуджутсу Кайсен Зеро。 Сугуры, объяснись. Ты действительно убиваешь не магов? Ты же знаешь, что это невозможно. Опять этот мем. Ты сильный, потому что ты Сатору Гожу, или Сатору Гожу, потому что сильный? Сенсей,
俺だけ強くてもダメらしいよ。俺が救えるのは他人に救われる準備があるやつだけだ。伏黒めぐみくんだよね。オッケー、強くなってよ。僕に置いていかれないくらい。Ну вот зато я увидел хотя бы, как он с малым познакомился. С Фашигуро. Я забыл, короче, вот этим малым. Тёмненьким в конце. Годжо-сенсей. Сенсей мо нерун да на. Атаримай дешо, нани иттен но, анта? Годжо-сенсей. О, окита! Чотто, соно ис такая дешо. Фашигуро. Ёби цуке тойте, инемури шинайде кудасай ё. Нани вараттен ска? Бецни? Все. Это все. Даже никакого достижения не дали. Что ж, ребята, на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, если вам понравилась сюжетка. Не знаю, что сказать, но очень короткая. Кастен нету. Но персонажи, в принципе, неплохие, но чтобы их больше прощупать, это нужно играть в другие режимы. Поэтому, если вы будете активно комментировать этот видос, то, скорее всего, я пущу другие видосы, где будем играть за других персонажей и вот этих новых тоже, естественно. Пишите, кто вам нравится больше, Сугуру Гетто или Годжо Сатору. Хотя ответ здесь очевиден. Всем пока.